люди, которые поют, они с определенным интеллектом люди. И без интеллекта, конечно, наверное, сложно петь и нести людям то, что нужно нести, и то, что вправе нести человек, который поет. Это очень важный момент вообще в жизни любого певца. Для того, чтобы петь и просто, грубо говоря, открыть рот и петь, нужно сначала иметь здесь и здесь. А все остальное будет. И, естественно, Божий дар, который должен быть по определению человека, который поет, он должен быть. Я должна быть интересна публике. Я должна безупречно выглядеть. У меня голос должен звучать очень свежо. Какие бы проблемы у меня в жизни ни случались, я должна быть очень красивой женщиной на сцене, и я должна иметь безупречную программу на концерте. К концерту готовлюсь очень серьезно, программу готовлю очень дотошно. Вообще я стараюсь перед концертом настроиться в тишине, конечно. У меня есть отдельные, ну, естественно, есть артистическое, где я настраиваюсь, я смотрю ноты. Ну, естественно, это арии из опер. Я, например, я пела «Аве Марию» из оперы «Отелло». Это маленький кусочек из той сцены «Дездемоны», который, в принципе, наверное, знают все, но ту маленькую часть «Аве Марии», я думаю, ну, она как-то не очень на слуху, я думаю, мне кажется. Все прошло очень удачно, я показалась очень хорошо и влилась как-то очень, очень приятно в этот коллектив, и Метрополитен меня очень полюбили, и артистик-директор пригласил меня дальше поработать с ними. Вот у меня теперь еще два контракта уже. Это не первое ваше выступление? Нет, это было первое. Поэтому я так и тряслась. Угу. Когда едешь в чужой театр, хочется показаться с очень хорошей стороны. Нью-Йорк, ведь очень сложно, приезжаешь, 7 часов разница, и там же никто не спрашивает, выспался ты, звучит ли у тебя голос. Ты должен прийти и дать качество, ты должен прийти и чтобы люди остановились и слушали тебя. И для того, чтобы ты понравился и дирижеру, и для того, чтобы тот режиссер, который ставит эту оперу, чтобы он знал, что с тобой делать, ты должен первым долгом раскрыться. Вот эта задача очень важная, правда. Нужно прийти. Ну, я надеюсь, да, у меня уже вот следующие два контракта, и с Божьей помощью, да, получилось. Я думаю, что это еще один из тех первых театров мира, который наш. Сейчас такое время, когда-то было время, когда Монсеррат Кабалье просто выходила и пела, и ей не нужно было двигаться. У нас сейчас совсем другое время. У нас сейчас оперный театр очень игровой. Там нужно быть драматической актрисой, там нужно быть очень живой, там нужно уметь двигаться, и, конечно, нужно быть в форме, и, конечно, должна быть безупречно красивой. И обаяние, конечно. Если у певицы нет обаяния, я думаю, что, наверное, сложно было бы жить. Да я думаю, что и не приглашали бы, я думаю. По полной программе идет подготовка к премьере сказок Гофмана.
где я буду петь все четыре, где я буду исполнять все четыре партии, все четыре роли женские. Они разные. Колоратурная сопрано, меццо-сопрано, драматическая сопрано. И просто драматическая актриса, там такая Стелла есть. Буду переодеваться, петь разными голосами. Я надеюсь, что Господь даст мне, что у меня будет голос, и у меня это получится. Ну, готовлюсь, пока боюсь об этом говорить. 5 мая премьера и сложный спектакль. И с этим же названием меня зовут в Метрополитен, поэтому очень хорошо, что у меня есть такая возможность подготовиться дома и потом уехать в Нью-Йорк. Конечно, это вот хорошо очень для меня, что я немножко так побегаю по своей родной сцене, а потом уеду в Нью-Йорк. Нью-Йорк вы тоже в течение этого года? Нью-Йорк будет, сейчас будет Богема, я уеду туда в ноябре. Все началось с Владислава Григорьевича Ардзинба, который настолько с интересом принял это все. И я ему так благодарна за то, что как-то он очень правильно направил мой фестиваль. И вот как-то эти 10 лет я никогда не осталась без правительства Республики Абхазия. Все президенты, все премьеры, все Александр Золотинович столько сделал для меня. И Сергей Васильевич, и Сергей Миронович. Я им так благодарна всем, что они как-то очень, вот как-то очень поддерживают меня. Не просто потому, что я их, и не просто потому, что я абхазская девочка, которая пытается сделать праздник в Абхазии, а потому что им это интересно, и они действительно стараются. Все. Очень важный момент в моем фестивале, что просто так я музыкантов никогда бы не приглашала. Мне очень хочется привозить в Абхазию именитых людей и тех людей, которые могли бы привести очень какую-то другую музыку. Поверьте, что маэстро Спиваков с виртуозами, они играют все-таки иначе, чем мы пригласили бы, например, какой-то другой камерный оркестр. Я очень слежу за этим. Ко мне приезжают те большие музыканты, с которыми мне всегда было интересно. И, естественно, самое главное в фестивале, что ко мне приезжают мои друзья. Еще в рамках десятилетия фестиваля будет два концерта 22 июля и 23 июля. 22-го приедет Денис Мацуев. Нет, раньше немножко. В мае приедет рояль Безендорфер, который будет стоять в филармонии. И это изумительный рояль с потрясающим звуком. И что не стыдно нам пригласить любого именитого певца, именитого пианиста. И вообще мы можем играть потрясающие камерные концерты. Будет Денис Мацуев 22 июля с оркестром нашего театра, театра Станиславского Немировича Данченко. И 23-го будет гала-концерт.
Я еще не решила, какая у нас будет программа, но это будет гала, это точно. Ваша покорная слуга тоже немножко попоет там в этом гала-концерте. Ну вот такие у нас вот десятилетия, мы как-то вот так отпразднуем. Вы знаете, мне очень хотелось Жозефину Бумбуриди пригласить. Я как-то позвонила ей. Я знаю, что она очень пожилой человек. Я как-то не очень хотелось привести ее. Я думаю, что это, наверное, сложно сейчас было бы, но мне очень хочется это сделать. Мы созваниваемся. Где бы я ни была, мы созваниваемся. Она иногда мне звонит. Где ты, моя девочка, находишься сейчас? Я так рада за тебя. Я тебя очень люблю. Вот то тепло, которое она мне дает, мне очень важно. Карлин Мардынович мой, еврян, у которого я училась игре на фортепиано. Вообще музыкальное училище Сухумское, это же хороший трамплин. Поверьте, что я, приехав в Московскую консерваторию, поступила, то есть у меня был, естественно, лимит, и знали, что я еду в Московскую консерваторию, но там нужно было держать экзамены. И я была очень подготовленная. Подготовили меня в музыкальном училище Сухумском. Я им за это очень благодарна. И то, что я в состоянии играть на рояле, и для певца это очень важно. И не каждый певец может себе позволить сесть за рояль и учить, например, клавиры, сидя дома за роялем. То есть это музыкант должен играть на инструменте, особенно певец. Я всем педагогам очень благодарна. Моя Тамара Шална Горгадзе, которая дала мне, знаете, теорию сольфеджио. Это очень важно. Для певца на сегодняшний день я приехала в Московскую консерваторию очень подготовленной девочкой тогда. Ну, а Московская консерватория — это, конечно, другой этап в жизни. И меня Москва вырастила, обтесала. Меня Москва выкормила, дала мне жилье. Вот. Москва — это, конечно, второй год, второй дом для меня. Я думаю, что нужно было, наверное, у нее спросить. Про это. Мне кажется, открытостью, мне кажется, таким теплым звуком, может быть, и нутром, наверное, моим. Потому что я не умею закрываться на сцене. Я очень открытый человек. И за это очень сильно получаю иногда. Она награждена не только красотой, как женщина, а и грациозностью. А у нее душа, поцелованная Богом, потому что она делает такие нюансы, такие вещи, которые просто так не научатся. Знаете, как говорил один мой японский знакомый, он мне сказал: музыке научить можно, технике научить можно, а музыке научить нельзя. Это то, что дает Господь. Вот Хибле Господь дал ощутить музыку, она знает, что такое музыка, что такое фраза, игра цвета тени, игра форте и пиано. Она прославляет вашу страну по всему миру. Я так и не научилась закрываться от людей. У меня есть своего рода барьер, конечно, но на сцене я абсолютно открытый человек, и поэтому Господь дает звук, поэтому Господь дает музыку. Господь дает встречи с теми людьми, которые дают мне импульс в жизни. Да, у меня есть кумиры, и не только среди женщин-певиц. У меня есть кумиры среди мужчин. Я просто влюблена в Кауфмана. Есть такой тенор, но я просто влюблена в него. И я надеюсь, что Господь мне даст возможности, что на моем веку, да, что я когда-то с ним буду работать. Для меня это мечта.
Если вы когда-то посмотрите на него, если вы когда-то увидите, как он поет, у меня мурашки по коже, и он меня волнует до такой степени, что я никогда не думала, что меня могут волновать так мужские голоса. И вообще, я никогда не думала, что меня могут волновать так мужчины. То, что я в этом плане очень такой собранный человечек, но Кауфман, конечно, меня изводит своим искусством и своим, не знаю, своим нутром. Я хочу своим зрителям сказать, что я их очень люблю, что я им очень благодарна за то, что у меня есть возможность выйти на родную сцену, и что у меня полный зал, и что у нас изысканная публика, что они знают, зачем они приходят, и они знают, как аплодировать, они знают, как себя вести. И я им так благодарна за то, что ни один мобильный телефон не зазвонил в течение концерта, что нигде ни в одном концертном зале мира, ни в одном оперном театре я такого не слышала. Всегда где-то зазвонит телефон. Здесь была тишина. Я очень благодарна за эту тишину. Я очень благодарна за эти паузы, которые выдерживает наш зритель.